Губернатор Александр Мор лично пообщался с мобилизованными жителями Тюменской области и Ямала. В ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику глава региона посетил наши подразделения. Сначала побывал в Кедре, оценил обстановку и даже попробовал обед бойцов. У ребят был запрос на цифровую связь. В отличие от обычных радиостанций, они работают в защищенном режиме. Такое оборудование купить непросто, но цифровую связь нашли. Базовые ручные радиостанции, усилители и спутниковый интернет. Бойцы несут службу на линии соприкосновения, поэтому в правительстве Тюменской области приняли решение усилить их средствами наблюдения, в том числе тепловизионными приборами. Они помогают работать ночью, а также на встрече поговорили о том, какая еще нужна помощь. Сразу хотел уточнить тем, кто с Тюмени. Выплаты все получили, которые по 100 тысяч? Да. Везде, где люди нас спрашивают, что нужно, всегда заказываем. Пилы, генераторы, цепи, шины к этим пилам. Вот именно вот это у нас сейчас в самом ходу. То есть одежда, еда, консервы, этим всем мы обеспечены.